Рассказываю, как я победил в Rise of Legends, применив стратегию и тактику. Просто я назову это видео. Ой, не знаю. Мне смешно, то как я его назову. Короче, я поставил. Там было 6 игроков, 6 компов. Я, к сожалению. Ну, короче, не важно вообще. Я поставил за себя союзника. Там можно там есть крутой и есть самый трудный. Вот самый трудный, он самый лучший, как бы. А крутой, он послабее гораздо. Ну и еще там есть вообще слабее, слабее. Я поставил союзника крутой. А остальным, то есть, там две команды, по два компа, один крутой, другой очень тяжелый. И один крутой, другой очень тяжелый. Один и одна из команд была технократическая, вот эта вот Винцы, которая мне нравится, за которых я только играю. Их почему-то быстро снесли, я не знаю почему. Ну, наверное, потому что эта игра не сбалансирована. Там просто за них сложнее всего играть, там нужно думать. Там реально вот мне нравится. Мне нравится вот это вот. И, короче, я применил такую тактику. Как победить? То есть я смотрю, вторая команда вся разгромлена. В идеале нужно, чтобы у одной команды был один союзник разгромлен, ну и у другой один союзник разгромлен. У меня такое как-то было случайно, я не помню. Вчера. И тогда легко победить вдвоем, там, поодиночке их разгромить. А тут команда Винс вражеская полностью разгромлена. Даже не заметил как. И остались там Котл. Ну это, короче, такие типа природа. Всякие там. Там какие-то скорпионы, какая-то фигня, малафья, в общем, такое всякое. Ну там прикольная, это прикольная игра, фантазии у авторов есть все-таки. Они что-то свое придумали. Но я говорю сейчас. Ладно, не об этом. И в общем, я придумал. Там два противника было. Один Венза назывался, другой еще как-то. Я построил войско, состоящее из авиации, ну, из разных, но в основном много авиации было, примерно, ну, короче, какая-то большая часть авиации. И я подумал, как разгромить их обоих, потому что они нас побеждали. Ну, потому что мой союзник, он как бы не самый сильный комп, а у них сильный комп, ну, очень сильный комп и такой тоже сильный. И они захватили почти всю карту. И я подумал, как разгромить, и я, в общем, решил. А там еще была такая тема, можно было